Общая система налогообложения с уплатой подоходного налога сегодня одна из самых популярных. Предприниматель, оформивший свою деятельность в таком порядке, платит в казну государства налог 16% от общей суммы доходов. Использование такой формы работы привлекательно тем, что при определении в целом налоговой базы человек может учитывать расходы, затраченные на осуществление деятельности. К расходам по производству и реализации, в свою очередь, относятся материальные расходы, например, расходы на приобретение товаров, предназначенных для последующей реализации, расходы на оплату труда. Расходы на социальные нужды, например, расходы на уплату обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь, амортизационные отчисления от стоимости амортизируемого имущества, используемого в предпринимательской деятельности, а также прочие расходы. Примером прочих расходов могут служить расходы на услуги связи, расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств. То есть суммы, затраченные на закупку товаров для реализации, расходы на социальные службы, на оплату труда сотрудников и амортизационные отчисления при определении общей суммы налогообложения учитываются. Это реализационные расходы, а существуют и внереализационные. В состав нереализационных расходов включаются расходы, понесенные в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, однако непосредственно не связанные с производством и реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав. Примером таких расходов могут служить расходы и потери в связи с чрезвычайными обстоятельствами, оплата штрафов, неустоек, расходы в связи с сдачей в аренду имущества предпринимателя и иные расходы. Если определенный высший вид расходов документально подтвержден, значит, для предпринимателя налоговая база на сумму таких расходов может быть уменьшена. В связи с тем, что расходы владельца бизнеса уменьшают налоговую базу по подоходному налогу, сумма его, подлежащая оплате, может быть значительно уменьшена или равна нулю. Получить консультацию по вопросам налогообложения можно в частном порядке в инспекциях по месту жительства.